если не делаешь то, что любишь, перестаешь существовать. Пора, сынок. Его, похоже, сейчас ничто не волнует. Даже я. Ты должен хорошенько подумать об этом. Ты нужен своей семье. Я принимаю бой. Виктор Драго, сын Ивана Драго, который убил Аполло Крида, бросил сегодня вызов Адонису Криду. Не делай этого. У меня нет выбора. То же самое говорил твой отец, а потом умер у меня на руках. Этого парня растили в ненависти. Он опасен. Он нанес мне рану, которую не залечить. Он того не стоит. Мы ведь теперь не одни. Я хочу переписать историю. Хочешь драться с ним? Дело твое. Но не надо говорить, что это из-за отца. This here is all about my wife, my kids, the life that I live. Through the night, I was his. It was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart, my walls. Это не сломает меня или тебя. Ни за что, ведь мы команда. Теперь ты знаешь, за что бьешься. Раунд за раундом ты узнаешь все больше о себе. И когда я вышел на ринг, я бился не за себя.